Здравствуй, родная. Не родной. Наташа, тебе сообщает, что случилось. Ты должен маму показывать. Стекло. Стекло, да. И я тебя тоже. Кто родился? И кто? Девочка, какое счастье! Ой, куда? Ой, за что кризис все прошло? Да не так все было, мы уже были в другом времени. Нет, но это другое время, там уже я просто... Коля, они не рассказывают. Чьи глазки, чьи, на кого? А почему не на меня? Чужое. Все время ест, все время спит. На бабушку. Плачет. На бабушку. Вылитая бабушка. Ну это было так, да, действительно. Как? Ты про кого рассказываешь? Про тебя. А чьи волосики? Рыжиков. Или все народные артисты же там. Амбиций было много в детстве. Ну, Нин. Да, ты говорила, потом будешь мне показывать эту фотографию, я тебя вспомню. Правда? Такие, да? Они там есть. Но это знаменитые казариновские. Слышников сидит. Стоит Субботин. Субботин стоит и... Рядом сижу я. Да, да потом я. А дальше это кто? Юмина. Ой, спасибо. Ура. 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 Спасибо вам, что вы подготовили так Нину, что она до сих пор, где Млечный Путь, увидишь звезд огромное скопление. Возьми одну и не забудь, что у тебя сегодня день рождения. Давай. Чей сегодня день рождения, для кого пеку печенье? Кому торт и сладости, кому столько радости. Это нашей милой дочери и подарки, и цветочки. Пусть взрослеет дочка наша, нет ее милей и краше. Нет, ну, я должна тебе сказать, что, в общем, мы практически одновременно приехали в этот славный город. Вот, и это практически вот для меня, как бы, вы стали первые. Да, вот с кем я, прости, пожалуйста, с кем мы вместе как бы вот здесь вот постигали какие-то азы жизни. Ну а как? Ну а как? Поэтому практически Москва слезам не верит, это совершенно точно. Вот, поэтому я лично могу сказать себя, что я счастлива, что эти годы были, и что это через столько лет мне дошло! Человек, который, в принципе, у меня не был на свадьбе, но из далекой я Болгарии. Я была в Югославии. А, в Югославии, да. И, ну, из Югославии ты выслала телеграмму, которая пришла прямо в ресторан. Все были удивлены, это было советское время. Ну ничего себе, да. За здоровье, за счастье, все, чтобы тебя в семье было хорошо. Нина, с твоим днем рождения всегда ассоциируется хорошая погода. И вот я желаю тебе всегда хорошей погоды. И в доме хорошая погода. Нина была у нас в группе старосты. Ой. И Нина была нашим движущим вот организмом, мотором. Она нас всегда собирала, она нас всегда организовывала. Вот, у нас, несмотря на то, что мы учились на вечерке, мы совершенно это не почувствовали. У нас была совершенно полноценная студенческая жизнь. Исключительно благодаря ней. На Великой на неделе, в воскресенье да в апреле, с целым миром в этот день нам присосаться не лень. Зацветают всюду ветки, совпадения очень редки. Но чтоб с Пасхой юбилей, чтобы водка и елей, чтоб фамилия и вечность, сотряснется человечность. Во, стали времена, да, Христинина? Нина! Слава Господу! Ура! Браво, Нина! Казара! 1 декабря 91 года.
Ужас какой. Ночевали в лесу при 30 градусах мороза. Сколько же вы выпили? Да, да, с Вовкой. Когда я об этом узнал, я ужаснулся. Как? На ком? Я же не знаю. Понял, что это судьба. Он предвидел. Понял, что это судьба. Нет, которая с Ниной, это Джон Леннон. Лариса, ты у него отмечись. А кто еще может надеть? Она там вспыхнула. Надели на голову там свободы и сели на меня. Оболванили. Так что я ничего не видел, ничего не знаю. Я комментировать не могу. А обои, Нин, ты с собой возьми. Мотор идет? Идет. Дубль 4 начали. Дорогая Нина, вот чудный день, когда в этом полураздетом ресторане собралось столько синих друзей. За этим красивым столом мы хотим заморочно поздравить нашу эксклюзивную подругу. Мы хотим перпендикулярно пожелать ей ворочных дней жизни. Шампанское отличается легкостью, обладает изысканным вкусом и ароматом, прекрасно подходит к шоколаду и танцам до упаду. А каждый глоток этого напитка напоминает о юбилейном дне. Песня о Тане. Песня. Просто песня, 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 потом песня, будет. Песня. Совсем напьются. Песня. Не-не-не. Песня. Песня, сейчас мне кость, ты споешь гитару. Песня. А потом будем слушать вторую. Просто она там фоном была.